Привет, это снова я, да, с новым форматом видео, то бишь рисунки и все остальное. На голову не смотрите, у нас горячую воду выключили. Вот. Так, сегодня мы будем рисовать граффити. Покажу вам граффити, которое я нарисовал отдельно. Видео этот не будет насчет него, но я думаю его нарисовать на стриме. Вот. Так что вот как-то так. Единственное, что минус, то что я не знаю, как поставить камеру, чтобы было все окей, чтобы видно было. И ладно, чтобы было видно рисунок. Вот. Сейчас вам покажу рисунки и все остальное. Ну, у меня новый альбом, да. И первый рисунок в этом альбоме это то, что надо, так сказать, на стрим. Вот. И как я дошел до вот этого рисунка? Я смотрел Куплинова, Человек-паук, Майлз Моралес. Прохождение. И просто вот захотел, нарисовал. Единственное, что мне вот, это рука мне не нравится, вот это. А так нормально. Это я буду рисовать на стриме, поэтому нет. Это меня попросила нарисовать подруга. Тут, конечно же, нифига не видно. Но тут контур, тут все вот эти кругляшочки, тут вот. Такая тема. Вот такая. Так, ладно. Ну вот, короче, вот. Пять глаз. Потом рот вот здесь. Большие руки. Теперь покажу, что понадобится. Не знаю, у всех ли есть тут такие у вас фломзики. Тут у меня где-то соточка. Да. Но мне подарила эта тетя на день рождения, потому что я рисую, и она решила это подарить. Вот. Потом мне понадобится не весь пенал, мне понадобится ручка. Белая ручка. Потом что тут понадобится? Так, все. Каранда. Не тот. Все. Вот. Вот. Карандаш. Кому интересно, сейчас скажу, какой он. Это HB. А, нет, это H2. Вот. Ручка гелевая, как и белая, тоже гелевая. И последнее, что мне понадобится, это... Где оно? Все. Секу. Достать не могу. О, стерка. И все. Это можно вот так вот. Хопа. А, еще водичка. Я завтракаю. Пить я чай не хочу, потому что мне впадло. Ну, чё. Приступаем. Опача. Во. Сколько? Во сколько. А. Во сколько. Ребят, сразу извиняюсь, у меня нету подставки, поэтому я держу рукой. Вот. Сейчас. Во. Короче, вот. Поэтому, если камера будет трястись и все остальное, то я извиняюсь. Попытаюсь приобрести стойку для телефона, чтобы снимать такие видео. Ну, хотя бы даже на тех же стримах. Так, погнали. Я если что буду под телефон смотреть и смотреть в экран иногда. Так, мы будем рисовать обычные граффити. Первое, что нам надо, это
Я выбрал вот этот шрифт. Ну, фокусируйся. Ну, короче, вы поняли. Приступаем рисовать. Я для букв сначала... Нарисую квадрат. Ну, я думаю, то, что буквы перерисовать, это как бы такое несложное дело. Почему я не придумаю свою, ну, свой шрифт не придумаю, но как бы уже почти, я думаю, такую тему всю израсходовали, в плане того, что все шрифты уже знают, поэтому, ну да, можно придумать свой шрифт, но мне как-то впадлу. Вот, наверное, это ответ. То, что мне впадло придумывать свой шрифт. Да к тому же это долго. Я не хочу тянуть видео на 1,5 часа. Оно и так сейчас будет на 10 минут. Сейчас нарисую. Ну, для меня наипростейшее граффити. Потому что я даже не знаю, видно или не видно. Ну, вроде видно. Если что, извиняюсь. Я не виноват, это камера. Так. И последняя буква. Я выбрал этот из... Да, я разучился опять разговаривать. Я выбрал из буквы слово «бомба». Окей. Ой. Погнали дальше. Так. Что будем делать дальнейшее? Так, мы сначала обведем все буквы. Зачем мы это будем делать? Потому что... А почему бы и нет? Логично. Так. Да, я думаю, чтобы придать какой-нибудь фактурности, я не знаю, как это рассказать. Ой, извиняюсь, я карандашом тыкнул телефон. Я думаю, что-то такое дернулось. Так, уже две буквы обвел. Предстоит разукраска, доделывание, ну, точнее, предстоит нарисовать фон, доделать буквы. Так, ну вот, надеюсь, сфокусируется. Вот буквы, уже готовы. Единственное, что бы я изменил, я бы вот тут слишком маленькое пространство, а тут большое. Надо было вот здесь нарисовать. Вот отсюда и вот до отсюда. Вот до отсюда. Да, но это уже мой косяк, поэтому ладно уже. Так, продолжаем. Теперь мы будем рисовать вот эту... фигню.
Отметил. Теперь еще одну такую же. Я даже не знаю, типа, уже вышло на 5 минут. Я думаю, то, что даже никто не посмотрит на 11 минут. Ну, посмотрим. Это готово. И теперь просто можно в прикол вот так вот. Ну, это мой такой стилёк. Не знаю почему, но мне нравится вот, вот эту фигню рисовать. Прикольно. Ну вот, все. Теперь я буду поэтапно включать, как я что разукрасил. И погнали. Первое. Обвести буквы. Готово. Второй этап. Разукрасить первый фон. Готово. И остаточки нарисовать вот, вот это вот. Все, с обводкой мы закончили. А теперь надо будет разукрасить и все. Но я буду показывать только, какие я маркеры взял. Этот, и буду уже показывать, наверное, конечный результат и все. Потому что это будет очень такое долгое занятие. Да, извиняюсь, более подробно я буду рисовать на стриме. Вот. Ну, извиняюсь, просто без музыки скучно сидеть. Короче, вот. Бум, я закончу. Погнали второй фон. Вторая часть закончена. Приступаю к третьей. На этот раз мне понадобится чуть больше фломзиков, потому что я буду рисовать вот это. Вот эту часть. Ну, погнали. Все, я закончил. Это для меня самая легкая граффити. Единственное, что осталось, это взять черную ручку. И подписать. Все, готово. На стриме будем смотреть более... И более, как бы, ну, более так, я не знаю, как сказать, короче, более сложнее буду показывать, как это рисовать и все остальное. А, что в итоге за сегодня? Я встал с кровати, выбил в Геншине лук пятизвездочный, который мне не нужен, а потом что еще? Подобрал шрифт, покушал печеньку, выпил водичку и закончил работу. Она там, наверное, у вас зеркальным будет, не знаю. Ну вот, закончил работу. Это самая легкая граффити, короче. Кто хочет более сложное, то я отдельное видео сниму, как я нарисую более сложное и все остальное. Ссылки на ВК, Инстаграм, на продюсера, на его группу, на этот, ссылка на трек «Молния Маквин» на Spotify, на странице, во вкладке о канале. Заходи, пиши, узнавай, что будет у меня нового, снимать я буду. Да. Подписка, лайк,
Лайк, потому что собака. Лайки. Подписка, потому что в кармане сосиска. И еще почему? Ну, подпишись, ядрить, колотить, потому что я тут... Вот. Да. Просто чтобы пожалеть листик. Потому что альбом стоит 300 рублей, и мне жалко... Сколько там листов? Сейчас. Секунд. 20 листов. Класс, это мне на 4 дня. Ладно, все. Пока, до скорого. Не болейте. А чем я это сел? Все забейте.